Новосибирск. Рады приветствовать вас на канале ЭНСК-49. В эфире команда ФИТ и я, Юлия Борзина. Совет дня вам от меня. Многие страдают дефицитом йода. Как справляюсь я с этой проблемой? Ем много морской капусты, которая богата витаминами и йодом. А также морская капуста работает как губка и впитывает в себя шлаки и токсины, которые накапливает организм в течение некого времени. Ну что, надеюсь, эта информация была для вас полезной. А теперь приступим к утренней зарядке. Начинаем с марша. Правая. Сегодня у нас будет интервальная тренировка, а по-другому мы ее называем круговая. Итак, сейчас кардио, нагрузка. Даша, ручки перед собой. И начинаем колени подводить к рукам в темпе право-лево. Вверх, корпус назад. Не торопись, Даша. Право-лево, право-лево. Еще немного. Носом вдох, ртом выдох. Выше колени, выше. И еще выше. Набираем темп. Вверх, вверх, вверх. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Закончили. Итак, теперь у нас упражнение на ягодицы и заднюю поверхность бедра. Дальше ложимся. Итак, опора на локтевой сустав. Ноги согнуты, тазобедренный отдел. Выталкиваем вперед. Левая рука на талии. Правую ножку поднимаем, Даша, вверх, она никогда не касается левой. И начинаем выталкивать тазобедренный отдел вверх. Выдох, вдох, пола не касаемся. 2, 3, 4 выше, пола не касаемся. На выдохе 5, 6, вдох, 7, 8, задержали вверху, держим. И только нога. 8, 7, 6, 5. Тянем, тянем. 4. Тазобедренный отдел толкаем вперед. 2 раза. 2. Еще разок. 1. Меняем направление. Все то же самое. Ручка на талии. Поехали. 8. 7. Нога вверх. 6. 5. Обязательно следим за дыханием. 4. Ягодицы затянуты. 3. 2. И задержали. Только нога. 8. 7. Старайтесь не отводить локтевой сустав вперед за уровень плечевого сустава. 4 раза. 4. 3. 2. И последний. 1. Отлично. Встаем. Сейчас мы будем отрабатывать руки. Импровизируем. Представим, что у вас бодибар или штанга в руках. В правой руке выводим перед собой раз. Второй рукой. 2. Перехватываем правую к бедру. И в исходное 4 левое. Поехали. 1. Перехватываем 2, 3, вперед перед собой. 1, 2, 3, 4. Статично. Параллельно пол, перехват к бедру, вниз. Выдох. И на вдохе еще. Обязательно точечно работаем, да, статику. И статика, статика. Оп, еще. Почувствуйте нагрузку в дельте плеча. Покажу, где находится. Здесь. Еще. Если будете работать с утяжелением, то прям хорошо прочувствуете нагрузку на ручки. Отлично. И закончили. И последнее упражнение на мышцы живота. Садимся, Дашенька. Да, немножко в диагональ. Ручки перед собой, корпус назад. И широкие ножницы. Именно широкие. Ножки широко, да, для того, чтобы прорабатывать также косые мышцы живота. Амплитуда достаточно большая. Носом вдох, ртом выдох. Еще носочки от себя натянуты. Корпус держим, зафиксирован. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Супер. Дашенька, переводим вес тяжести на стопы и через круглую спинку вырастаем. Спасибо огромное. Залог хорошего самочувствия и прекрасного настроения прост. Ешьте полезную еду и занимайтесь вместе с командой ФИТ на канале ЭНСК-49. Всего вам доброго, друзья. Пока-пока.